Всем привет! Сегодня медиа-команда гоночного трека «Ракета» устраивает показ дрифт-фильма Лёхи Козлова. Я приехал, чтобы посмотреть его, и на входе обратите внимание, что я здесь вижу. Какая обстановка. Опа! На входе все серьезно. Смотрите, билетики есть. И билетики. И цурикавы нашего первого. Это первая конфигурация трека, которую мы сейчас будем перейти. Да, видеоблог, все, начался. Все, видеоблог, мы на месте, короче, сейчас будем смотреть скоро кино. Атмосфера кайф вообще, здесь очень круто, весело. Ну что, коллективно, как вам кино? Ура! Первый показ. Только хулиганство, потому что никто и не думал, что это можно сделать.